100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 2000 рублей баланс на одном из самых окупаемых сайтов по кейсам CS 2, и это GG Drop. И наша задача сейчас проверить одну очень интересную рубрику. 2000 это специальная сумма, которую я закинул. И суть в том, что я решил проверить кейсы ютуберов, потому что я уделял внимание им очень мало. Мне постоянно на стриме говорят: открой кейс Фандера, это новый кейс, она купит. Открой кейс Бустера, почему ты не открываешь кейсы ютубера? Вот, 2000 нормальная цена. Ведь 5 открытий стоит 1145, и мы посмотрим, насколько далеко мы можем зайти, открывая только кейсы популярных ютуберов, которые по сути рекламируют этот сайт. Поэтому давайте сразу, перед началом обязательно поставьте лайкосик, если когда-то ты будешь играть на этом сайте, используй самый рабочий и самый окупаемый промокод, этот промокод 11PRED. Он даст тебе плюс 11% на абсолютно любую сумму. Другими словами, когда ты закидываешь 1000 рублей, ты получаешь 1100. Когда ты закидываешь 10 тысяч, 1000 рублей совершенно бесплатно. И да, я понимаю, что промокод 11%, который дает, это не очень большая сумма, но это самый большой процент на пополнение, который только здесь есть. И помимо того, что 11PRED это самый популярный и самый окупаемый промокод, он дает самый большой бонус. Плюсом ты можешь зайти в барабан бонусов, прокрутить это колесо совершенно бесплатно и получить, например... по-моему, если я не ошибаюсь, это кейс за пополнение. Ну, тоже прикольно. 11% за пополнение получил. Кейс за пополнение получил. Здесь как сам зашел, открыл яйца, получил здесь приколюшку. И еще денежку получил. Потом зашел, получил бонусы. Бесплатная серия открылась. Короче, пацаны, делов здесь очень много. Но сейчас проверяем кейс Фандера. Let's go. 1145 рублей. Мне очень нравится, что все кейсы, которые мы открываем здесь, они стоят одинаково. То есть, если мы открываем вам кейс бустера, он стоит одну сумму. Если мы открываем неплохо, ну подождите, так вот это хорошее начало. 2 800 с первого кейса мы почти в три раза купились. Жесть. Ладно, давай попробуем Лёшку. Лёшка, кстати, прикольный. Лёшке три, двое пар... А, подожди, двое пар ножей, одна пара перчаток. Как будто бы не так уж и идеально. За 1100 рублей, хотя... И окупает так же. То есть он маленько нас подслил. А Фантер, не... Фантер, наверное, новенький, потому что его недавно добавили. И поэтому он окупает. Ну, может, то же самое. Мы с Тамарой ходим парой. Два ножа, одна пара перчаток. Абсолютно то же самое, что у Денджер Лёхи. Поехали. Но будем надеяться, что он хотя бы окупает маленько по лучше, потому что вот турбовыпад было неплохо. 1042 рубля. Кстати, вот что вы понимали, даже Денджер, Леха и Мурс окупили одинаково. Они оба нас подслили, окупил только Фандер, но они подслили примерно одинаково. Ну и поехали открывать бустера. Вот это 100% имба. Раз нож, два нож, три нож. Вот это даже лучше. Три ножа, трое пар перчаток. Вот это реальный топ. Сюда, Азимов, за 7000. Вот что нужно открывать. Блин, вот это полковника купил. 8000 рублей. Так, подожди, у нас был баланс 2, сейчас у нас баланс 8. То есть мы за 4 кейса вместе с вами взяли и выбили 10 тысяч рублей. Все, я уже могу выводить и просто... И вот я знал, что они окупают, потому что мне пацаны говорили: зайди, попробуй, они окупают. Но вы знаете, как это работает? То есть если меня, допустим, купил кейс бустера, то это вообще не говорит о том, что он будет окупать тебя. И когда мне чел говорит: слушай, я купился с кейса, там, допустим, бомж за 10 рублей, выбил нож. Конечно, я скептически к этому отношусь, потому что я знаю, что если я открою кейс бомж, меня сольет. Это карма. И, кстати, Манурина купил. Фир слил. Так у нас получается образовался стак из победителей. Фандер окуп, бустер окуп, Манурин окуп. Денджер Леха, Мурзафикс и Фир сливает. Поехали, Аринян, вторая линия. Let's go. Посмотрим, кстати, вот эти кейсы здесь очень давно. Трое пар ножей и еще двое пар перчаток и еще спины. Вот это, кстати, заявочка на самый лучший кейс на этом сайте. Но посмотрим. 84 мало, 166 мало, 36 мало. Прикинь, просто вот сейчас пролетают перчатки. Это, по-моему, ящик, да, Пандоры, который стоит несколько миллионов рублей. По окупу самый плохой кейс, по наличию скинов и спинов самый лучший кейс. Анстоп, поехали. Ой-ой-ой, а там у нас наоборот, трое пар, трое. Ой-ой, подожди, что-то наклевывается.
Неплохо. 1161 при условии, что мы открыли 1145, он, да, да, я знаю, ты сейчас скажешь, типа, это очень мало, но, типа, хотя бы нас окупило, хотя бы не слило, потому что, ой-ой-ой, у Донбасса тоже здесь ни хрена себе какие скины, смотри, трое пар, три ножа и трое пар перчаток, и 1197 он окупает, так, два кейса купила. Сейчас бритва плей. Ну что, господа, переходим к жирникам. Я, кстати, не знаю, кто такой бритва плей, но я знаю, что здесь есть спины, а значит, это уже хорошо. Да и вообще, в принципе, если ютубер есть на шишедропе, давай говорить честно, значит, это какой-то популярный ютубер, казалось бы, да? А Фандер это не ютубер. Фандер это стример, поэтому Делайт и Шок. Вот этих парней мы знаем. Максон, привет. Два ножа. Скудноватенько для двух ножей, знаешь ли, очень скудноватенько. Мы, кстати, открываем кейс, у меня 8800 на балансе. 8800, прикинь, просто какая жесть. В любом случае, мужики, о, окупил на 3 рубля. Надо же, 5, 6, 7, 8, на 4, нет, на 3 рубля, все правильно, на 3 рубля. Максон, давай, молодец. Ну, поехали на Шока. Я попробую, у, то же самое. Это еще хуже, изумрудная сеть и волны, все. Самый скудный выбор, который только есть. Поехали прямо сейчас. Стоп. Ножик. Вау. Просто нож волны с лезвием крюком. Обалдеть. Так, давайте сейчас тогда сделаем как. Вау. Слушайте, ну до этого момента я хотел просто сделать апгрейд с 9000 вот этот на 2 и 20 тысяч вывести. Сейчас у нас нож за 22 плюсом 10. То есть, по сути, мы сегодня выбили 34 тысячи на кейсах ютубера. Давай так, выводим нож, баланс оставляем на сайте и попробуем завтра с него окупиться. Обязательно поставьте лайк, если будете играть. Используйте самый рабочий и самый окупаемый промокод 11 пред. До завтра.